Скажите, пожалуйста, я фермер, я сегодня хочу попасть на ярмарки выходного дня со своей продукцией, продать. Как это возможно сделать? Подскажите, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Я немножко из другого подразделения. Я вам сейчас телефончик скажу, человек. А кто-то говорит так, говорит, директор стадиона, да, и рыбы здесь нет, и все на этом. Здравствуйте, я фермер, хочу попасть на ярмарку выходного дня. Как это сделать, чтобы продать свою продукцию? Не могу дозвониться до города. Муниципальное образование? Они не... А, муниципальное образование, город Краснодар, хочу на ярмарке Краснодара. Краснодар, сейчас я вам телефон зарегистрирую. Вот город не отвечает. Так, это уже третий звонок другу. Третий. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я фермер, хотел бы попасть на ярмарку в городе Краснодаре. Ну, смотрите, как бы можете приехать в Стасово 702, написать заявление. Если у фермера, значит, свои документы, ну, свидетельство ОГРН. Так. Где у вас прописано, что фермерское хозяйство, свидетельство ИНН. И ксерокопия, ну, это все-таки ксерокопия, и ксерокопия паспорта. Ну, сразу вам говорю, то, что сейчас, на данный момент, и по требованию Роспотребнадзора, все палатки, все стоят через 1.5 метра. Поэтому все ярмарки в городе, то, что работали, сейчас они будут, они так не помещаются. Идет большой очень наплыв людей, не факт, что вы попадете туда. И опять же говорю, требования Роспотребнадзора... Мы готовы все выполнить требования Роспотребнадзора, которые сегодня предоставляют. Мы готовы выполнить все требования Роспотребнадзора. Вы готовы? Да. Так мы еще не готовы это выполнить. Я же вам объясняю, вместо 150 человек только пол ярмарки стоит. Хорошо, а как же мне быть со своей продукцией? Я же вам объясняю, можете написать заявление, но не факт, что вы попадете. Тут я вам ничего не могу сказать, потому что сейчас переизбыток людей в половину идет. Понятно. Вот такие ответы. Отсылка куда-то в никуда меня не устраивает. И если мы говорим, что там 50% фермеров, там должно быть 50% фермеров. Фермеров. А если не хватает вторым 50%, значит, увеличите в два раза количество ярмарок. В два раза. Но эти отговорки, что вам места нет на ярмарке, я бы больше не хотел бы никогда слышать, коллега. Никогда. Это неправильно. Тогда незачем нам все это делать. Делать меры господдержки, собирать фермеров, если мы не можем обеспечить им самый простой путь реализации их продукции на ярмарке.